прошлое лето в Европе было самым теплым за время наблюдений. Температурные аномалии отмечены также и в текущем году. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация в своем ежегодном докладе, подготовленном совместно с Европейской службой по изменению климата «Коперникус». Эксперты организации называют Европу самым быстро нагревающимся континентом мира. В прошлом году средняя температура воздуха в Европе была на 2,3 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху, и превысила средние показатели за последние 30 лет. Температура поверхности моря достигла новых максимумов, что сопровождалось морскими волнами тепла. Таяние ледников было беспрецедентным. Рекордный тепловой стресс, который испытали европейцы, стал одной из основных причин избыточной смертности, связанной с погодой. Вместе с тем, Европе впервые удалось произвести больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем на основе загрязняющих ископаемых видов топлива.